Привет, ребят, сегодня Сережа будет переезжать рулетку. Ну, это типа того, Сережа, на счет 3, 1, 2, 3. Давай, 1, 2. Сорвалась рулетка, ребят. Ну, рулетка вообще не просто, тупая рулетка. Я песчаная, постоянно. Он переехал рулетку, ребят. Там еще узел он остался. Тузел, ребят, Сережа он трогает. А вот сама рулетка. Это рулетка реально сама. Сережа нас завязывает, короче, там. А я пока что посижу, порассказываю. Дядь, ты знаешь, как у нас тут собака, помнишь? Моё. Профессионал военной техники. Помнишь? Да, помню. Тут наша база, ребят, была, но теперь уже забор поставили новый. Теперь класс. Ребят, Сережа сейчас будет завязывать рулетку. Да, Сережа там еще узел стоит оттуда. Там наши поломанные рулетки. Миш. Ребята, сторожа вайпер. А если вот если приблизить, то все и эффективность, то все. О, вот видно. Да, изолятор видно, стеклянный. Там у меня Сережа тут завязывает. Ребята, ну короче, фокус с рулеткой мы показали. Что будет, если с рулеткой поиздеваться, короче. Ну, Сережа, ничего, короче. Выйдет скоро новая серия. Вы не забывайте... Да, ребят. Ну, всем удачи, всем пока. Завтра, чи послезавтра выйдет новая серия. С Майнкрафтом. Раз, два, три. Видели? Чё вообще? Да. Короче, ребят, Сережа вам еще тут что-то покажет. Смотрите, хотите фокус? Что будет, если молотком? Вот, молоточек наш валяется тут. Тихо. Говно, рулетку. Говно. Это говно фейковое, вот, это металл. Вот. Я фигня фейковая. Его только на металл можно сдать, я не знаю, сколько там будет килограмм. Это медь, походу, чем вот, металл. Вот, тут приедет ее. Там еще ее разорвало, я вот видел. Вот. А, что вообще? Да не цепи, ты ее. Это сжигательная штука. Вот как ее разорвало, реально, ребят. Что бить? Короче, ребят, всем удачи.